Привет, друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом приготовления грибов саркасцифа алая. Приготовить я решила с ними салат по-корейски. Для этого мне понадобятся мои грибочки. Я, кстати, нашла еще и вешенку, поэтому добавлю ее сегодня. Наш основной ингредиент — это свежая морковь. Также понадобится нам столовый уксус, в моем случае это 9%. Соевый соус, подсолнечное масло, приправа для моркови по-корейски, в моем случае это сухая, репчатый лук, чеснок, укроп, и я решила поэкспериментировать, я добавлю сегодня болгарский перец. Нам нужно будет предварительно отварить наши грибы в подсольной воде. 10 минут достаточно. Измельчить морковь. На кубики нарезать болгарский перец. Полукольцами репчатый лук. Измельчить чеснок и зелень. Итак, морковь мы добавляем по вкусу сахар, приблизительно 1 столовую ложку приправы по-корейски. По вкусу добавляем соль. Сюда же высыпаем измельченный чеснок, добавляем отваренные грибы, болгарский перец и зелень. Отдельно обжариваем до золотистого цвета наш репчатый лук. И вместе с подсолнечным маслом мы всю эту смесь добавляем в наш салат. Нам остается хорошенько это все перемешать. Добавить приблизительно 1 столовую ложку соевого соуса. Примерно столько же уксуса. И опять все хорошенько перемешать. Нужно будет дать салату настояться в холодильнике примерно пару часов. И потом можно уже его сразу будет употребить. Кстати, таким способом можно приготовить абсолютно любые грибы. Что я вам рекомендую, это очень вкусно. Это не только вкусно, это колоритно и необычно. Кому понравился рецепт, ставьте лайк. Кто не подписался еще, подпишитесь. Впереди будет только самое интересное. Всем пока!